2 ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов встретился со студентами Казанского федерального университета. Гостя сопровождал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Михаил Богданов построил выступление как рассказ о своей дипломатической практике и методах дипломатии. Работа на этом направлении очень, на мой взгляд, интересная. Все время такие сложные вызовы. Приходится не просто много работать, но эта работа действительно доставляет удовольствие, потому что это все время такой вызов. И необходимость подходов, иногда нетривиальных, выработка каких-то предложений, решений. Встреча студентов Казанского федерального университета и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации открыла серию мероприятий международной конференции «Внешние связи регионов Российской Федерации. Опыт Республики Татарстан», стартовавший с пленарного заседания в Академии наук РТ. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.